великие. Информация Земного Альянса показывает, что несколько часов назад из ядра галактики была выброшена еще одна большая волна экзотических гамма-частиц, которые сейчас приближаются к Земле. Солнце уже реагирует на эту световую волну с высокими колебаниями, и солнечная активность будет расти в течение следующих 72 часов. Как мы учим, эти космические световые волны резонируют в частотном диапазоне пятого измерения от 40 до 100 Гц. И эта гамма-свет преобразует все, к чему прикасается, в более высокий порядок. Лидеры Земного Альянса по всей планете уже получают все больше сообщений о симптомах Вознесения, поскольку звездные семена Земли готовятся интегрировать этот космический свет в свои клетки. Одно звездное семя составило такой отчет о симптомах Вознесения. Я чувствую, что тащу за собой тяжелый груз в этом физическом теле. И я иду по грязи. Я просто чувствую себя немного застрявшим в 3D на мгновение. Важно помнить, что разрыв между 3D и 5D среди поверхностного населения сейчас становится намного шире. И нужно выполнять сознательную внутреннюю работу, чтобы оставаться в точном соответствии с временной шкалой более высоких измерений. Люди, любое бессознательное соскальзывание назад в трехмерный резонанс 7,8 Гц будет довольно неприятным, поэтому мы останавливаем все и вставляем звонки для пробуждения и предупреждения. Сделайте это сейчас. Сначала задайте себе эти простые вопросы. Хорошо я себя чувствую или нет? И все ли хорошо или не очень хорошо? Если вы чувствуете себя хорошо и дела идут хорошо, то вы находитесь на более высокой временной шкале 5D. А если нет, то вот наш экстренный плеядианский совет. Идите в священное место сейчас и помедитируй в течение 1 часа. После того, как вы это сделаете, вы сразу же вернетесь на более высокую временную шкалу. Знайте, что когда вы поднимаетесь, вы немного поднимаетесь и опускаетесь из-за вибрации, и это совершенно нормально. Требуется момент, чтобы стабилизировать ваше существо в более высоком измерении. Человек должен научиться удерживать в своей сердцевине достаточно света, чтобы выдержать сильные вибрации и только следовать и выравниваться с более высокими энергиями. В древних книгах говорится: «Я видел, как ангелы поднимались и спускались весь день, вверх и вниз, по лестнице, с земли на небо». Что ж, вы ангельское существо. И, во-вторых, это описание восхождения и нисхождения – это ваш резонанс, многократно повышающийся и понижающийся в течение дня на Земле. Лестница, о которой здесь говорится, это великий радужный мост или портал, который существует между измерениями. И вы перемещаетесь между этими мирами, пока не сможете постоянно резонировать с высшим царством. Плеядианцы сообщили Земному Альянсу, что вы получите мощный импульс, который поможет оставаться в соответствии с пятой временной шкалой в следующие 72 часа, когда эта высокочастотная световая волна проникнет на планету.
Через несколько часов вы совершенно заметите, что все отклеивается и снова начинает двигаться в самой позитивной и приятной манере. Как всегда, не забудьте немного отступить и расслабиться, интегрируя эти космические частицы в свою ДНК. Обязательно употребляйте в пищу только легкую энергетическую пищу и пейте много чистой воды. Будьте в природе, заземляйтесь, медитируйте и держите кристаллы рядом с полем ауры, чтобы направлять свет через ваше тело. В течение следующих 2 земных дней резонанс вокруг планеты будет усиливаться по всему миру, так что будьте готовы к прорыву в измерениях. Неизбежна мощная активация ДНК. Вам большая честь! Сообщите нам, какие симптомы Вознесения вы можете испытывать в это время. Успехов! Майкл и Плеядианцы.